тебе. Готовится к старту 28-й Всемирной зимней универсиады. 27 января через город пройдет эстафета огня. В этой связи акиматом Аксюбе принято решение в этот день перекрыть движение всех видов транспорта на ряде улиц города. Первой будет перекрыта улица Братьев Жубановых от проспекта Молдогуловой до улицы Пацаева с 9.00 до 10.40 часов утра. Ознакомиться со всем списком перекрываемых улиц можно на сайте городского акимата. Также власти города планируют опубликовать временную схему движения общественного транспорта по параллельным улицам в местах в местных средствах массовой информации. Всего в эстафете протяженностью 12 километров примут участие 60 человек. Это известные спортсмены области, ветераны спорта, а также студенты вузов и учащиеся колледжей. Государство, конечно, нас поддерживает, выделяет деньги, чтобы мы выезжали на чемпионаты Казахстана, на чемпионаты мира. И я очень рад, что в нашем Казахстане будет проводиться универсиада 2017 года в Алматы. Для нас большая гордость, честь нести огонь, быть одним из 60 участников, это дорогого стоит. Я очень горжусь, что Всемирный зимний универсиада проходит у нас в Казахстане. Это для нас очень большая честь. А для меня самого очень большая честь нести, быть факелоносцем в этом олимпиаде, нести факел. Я горжусь с нашей стороной, что мы достигли такого уровня, международного уровня, и нас знают все страны этого мира.